попросили снять 4-й квартал в Дигбис-массиве, корпус номер 11, со стороны проезжей части. Ну, здесь все заросло, ничего не видно. И посмотрите, уже тут на земле падает, тут уже созрело. А сегодня у нас 13 мая. Тут вроде зреет в июне. В общем, с этой стороны плохо видно, еще солнце светит. Сейчас зайду со стороны двора. Вот номер дома. Снимаю со стороны двора. Но тут дом такой полностью в пристройке, по-моему, это. И вот соседний дом, и там двор. И вот улица внутри квартала. И сейчас мы также едем по этой улице имени Левана Цискаришвили. Сегодня ночью был очень сильный грязный дождь, и поэтому, извините, стекло на машине у нас так не отмылось до конца. И я случайно вообще вспомнила, что меня просили снять этот дом, а я как раз оказалась сегодня в этом месте, и поэтому сняла то, что меня просили. И кусочек другой улицы Дигбис-массиве, улицы Евгения Микеладзе.